Ну что, почапали на Гуане, я даже не знаю, я хочу черновый молот ему собрать, хотя я этот артефакт не шибко-то и люблю на самом деле, я не знаю, как-то он мне не заходит, если честно, и все-таки я хочу взять телепорт, я даже не помню, как он выглядит, как он называется, я его вообще никогда не покупал, где телепорт, блядь? Подожди, я его не там... Вот я дебил, блин. А участвовать в розыгрыше из Твича и с Ютуба можно? Можно, конечно. Не забывайте, ребят, теперь мембрка на Ютубе стоит от 100 рубасов. Это грех вообще не подписаться, стримера-то не поддержать. Вы поддержите стримера, и в розыгрышах будет больше шансов, и еще и отдельный розыгрыш для сабов. Так что думайте. Блин, ну против Тюра затащить будет крайне сложно. Да, я уж нашел. Ха! Минус атака. Будет меня пытаться бить, лол. Блядь, что делает, блядь? Я умер. Нет, я не умер, но мог бы. Бля, я щиток купил на 3. Вот я дебил, блядь, а. Все плохо, ребят, с билдом. Это я что-то завафлил, затупил, как говорится. Сейчас, скорее всего, умру из-за этого, да? Да, да потому что в чат отвлекаюсь, блядь, не смотрю вообще, что делаю. Ладно, стоим, стоим, чилим, тупим. Ну, нет другого варианта что-то делать сейчас. Да, видели, как он банки юзал? Такой лол. О, банки пошли. Да, я знаю, ребят, сегодня задержка на Ютубе, но это по одной причине, только у них поменялось оформление и инструменты для заливания видео, для трансляции и всего подобного. Нет. Могу умереть. Я не могу быстро это пофиксить просто, к сожалению. Меня почему-то дергает смайти, и при этом не дергает инет. В чем проблема может быть? Можно побыстрее кнопки нажимать, ля, руки. Да не могу поменьше отвлекаться. Я опять пару дней стримов пропустил. Мне, блин, на самом деле интересно больше с ребятами как будто бы пообщаться. Я понимаю, что это неправильно, конечно, ни разу. No. Ладно вам. Я профессионал на Гуане, ребят. Все будет нормально. Подумаешь, с билдом обосрались вначале. Все нормально. Это не проблема. Okay. Это все потому, что я решил билд поменять. Думаю, соберу-ка я терновый, блядь, молот, который никогда в жизни не собирал. A
YouTube за лайки. Вообще отдельный респект. Спасибо большое, кто ставит сегодня лайкусики. Вообще красавчики вы. Ай, блядь, рукой ударился. Ай, блядь, блядь. Почирикать. Да слушай, я уже думал, Невада, но мне что-то такое ощущение, что никто не придет на подобный стрим, знаешь. Опять-таки, может, я что-то не знаю. Может, я неправильно думаю, конечно. Или придут человек 5, знаешь, своих там кого-то, постояльцев, которые и так на все стримы приходят. Надо было сбивать ему телепорт. Да, потому что он с телепортом, сука. Как же он хочет меня затолкнуть туда под тавер. Ганга сейчас придут. Видите, меня бьет. А может, и не придут. Я понял. Я же сказал, блядь, бьет не меня, значит, придут гангать. Здорово, Альдор, здорово. Хороший ганг, хороший, спасибо. Было приятно. Музыка такая приятная. А вам ее, наверное, ни хрена не слышно, да? Он, блядь, что, хилится об эту штуку? И убегает. Ладно. Что за лайф пьет? Его бить нужно. Мышкой на него тыкать. Да ладно. Это бред, блять, это бред, я не понимаю. Я не знаю, что с тиром, блядь, такое. А, ну еще и Кали, я понял. Еще и Кали. Музыка, например, это с ХС. Я не знаю, что такое с ХС Да я не понимаю, блять, ну как я ему... Я ему все билки в него юзаю, я не могу его убить. И он уже на телепорте пришел, я понял, блять. Не убьешь все равно, ты хоть обострись, блять.
Просто жесть, блядь. Билд его. Да ничего, у него щиток и, блядь, этот. Щит настолько имбалансный, что ли, что вот он, блядь, меня тащит одним щитом. Да. Иди крипов, да, побей, дурилка ты, блядь, картонная. Брат, тактически вообще не справляешься. Ай, блядь. Ляка хилится. Ляка хилится! Во время рывка... Нет, уязвим, по-моему. Но это не точно. Спасибо за подписку, ребят. Звуком не привык. Это ж подписка была или чё? Я буду... Пипец, как тупо. Я буду ему проигрывать сейчас. Я ему буду проигрывать. Но... Диматёга. Ну вот он был ганг. Ну это капец. Он уже под вышку прям зашел. Я буду ему сейчас проигрывать, но в лейте, если мы доживем до лейта и будет 6 артефактов у нас, то я выиграю. Вот увидите. А Кали ливнула. Ну или вылетела. Не знаю, захотел собрать баррел, посмотреть, как на него работает. Антихил собер... Да соберу я антихил, подожди. Или ладно, ладно, ладно. Будет антихил сначала, потом. Парни, новичок, у меня вопрос. Здорово, новичок. А, это ты подписался, я понял. Как правильно джанглить? Блин, ну это в чате подскажите примерно, как объясниться. Я просто даже не знаю, как такое можно объяснить, как правильно джанглить. Ладно, давайте тогда антихил будем брать. Хотя нет, тут еще и Кали... Хотел сказать, еще и Кали ливнула, но она вернулась тут же. Тогда давайте возьмем. Мне, во-первых, нужна физ-бронь, и только потом антихил. При этом мне нужен придвин будет. Короче, я не знаю, я буду придвин собирать, похер. Я не буду юзать сейчас этот портал. Я соберу придвин, потом соберу трансценденс. Потом соберу антихила 2 штуки. И в лейте, по идее, буду жестче, чем тюр. Тебе нужно, знаешь что, чтобы по джанглу как определиться? Тебе нужно больше смотреть видосов и стримов. Это не байт, это просто чтобы было понимание, типа, кто куда идет. Ужасный билд, это просто капец. А, точно, есть же еще новый айтем, точно, я про него забыл. У тебя ТП был, я знаю. Это хорошо.
Придвин пойдет, а почему нет? Кто? Так, кто? Ну, так, посмотри, кто. Не, хочешь занести? Ничего страшного, чего так паритесь, не пойму. Если надо, заносите. Если подождете, я помогу. Слушай, да это нормально, если... Для смайта это норма, дядь. Так что забей. Тупой слив от Тюра. Ну, не тупой, он типа думал то, что гангать никто не пойдет, в итоге просто слился, не знаю зачем. И потерял тем самым тавр и тотем. Он очень потерял в этом, получается. Нормально, Димбер, тут нормально. Соточку мне можно на YouTube выделить на подписку. Лол. Не-не-не, видишь, он через деф пошел, я его просто не могу с ним ничего сделать. Это минус тавр, держу в курсе. И минус я. Нет, крипы нет! Брат, замедли его, пожалуйста. Хорошо. Это хорошо было. Здорово. А как называется новая бронь? Которая с антихилом. Вот это, да? Я не успею, дай ему помочь. Хорошо. Нормально, нормально, нормально идем. Не, Тир он-то может быть и глуповатый, но он играет на Тире, который... Сейчас, ребята, отработаю тут по парнягам. Нет! Не под тавр! О, живу как, живу, живу. Хорошо. Блин, не хватает совсем чуть-чуть на самом деле. Здорово, избран. Все такая переделка, но с вебкой. Ну, просто вот так захотелось. Не, будут у нас через хромакей будут стримы. Допустим, хоррор заказали визаж, он будет с хромакеем, кстати. А так здорово, да, 500 лет тебя не видел, как будто бы. Но я им никак не помогу. Хотя у меня ульт сейчас будет.
Тебе прям помогли тиммейты. В этот раз да, ребят, в этот раз да. Короче, варды не шибко сейчас нужны. Возьмем заражение, новый как бы айтем, я его редко пользую. Но выглядит он интересно. Собери щит, регенерации, тебя никто не догонит. Как третий эскейп. Ну да. Я хочу еще собрать этот Transcendence, чтобы у меня было больше маны и больше урона. И кулдаун, соответственно. Один против трех стоял. Нормально же было. Думал, тебя не разберут. Да, не, куда им-то шо? Вот таварка моя сейчас упадет, и это печально. Но он так и так упадет от тюра. Че у него там? Слушай, ну у него практически то же самое, что и у меня. Я, кстати, смотрел гайды по джанглу и на героев. Но у меня на героев нету, по джанглу были, типа, но они старые, да, с того сезона. Дядь, никто их не смотрел толком. Ну как, их посмотрели много, а потом было куча изменений, они перестали быть актуальными. И мне что-то так стало обидно. Хорошо, отработали. Парнягу. Хорошо. Что это было? Да я-то выживу, наверное. Нет. Хорошо. Рэмпейдж, ребят, рэмпейдж. 5-1 идем. Лё. Я же говорю, в лейте, я буду гораздо сильней. Может быть, да, я неправильно билдом распределился, но ничего страшного. Хорошо. Стрим подлагивает, ребят, у кого-то. Будешь брать или я возьму? А, я понял, ну ладно. Стрим подлагивает? У меня норм. Прикольно. Блин, вот ты новенький и ты общаешься, это знаешь как круто на самом деле? Ко мне тьма людей новых приходят на стримы и большинство из них просто молчит. Не знаю, у меня прирост по подписчикам просто капец какой. У меня только на YouTube за месяц 200 плюс человек подписалось. Для маленького ютуба с 3000 фолловеров это очень много. И при этом они все молчаливые, как не знаю кто. Я не часто вижу, что кэмп. Не кэмп, обычно ФГ добивают, когда лоу ХП остается, чтобы его не состилили. Но там, смотри, как происходит. Там не должен он добивать на лоу ХП, он должен добить его так, чтобы урона хватило именно вот на его ульт. То есть, чтобы его не хватало на... Я должен ей помочь. Но я бы догонял его, кстати. Ты играешь в джангле? Да, я на всех ролях, в принципе, могу сыграть. На которых меня просят играть. Ну, в смысле, у нас можно заказывать богов на стриме. О, хорошо, я бэкнулся. Ля. Ля, что Аполлон делает? Че, все? Да, будет, Макс, будет. Недолго, но будет. А может и не... Не, 5 часов будет, да, будет. На тебя партизаны подписываются? Ну, может быть.
Бангет прилетит. Ну да. Так, ладно, что еще собрать? Как вы... А, у меня магдефа вообще нету, кстати. Давайте мы, раз мы собрали вот это все, мы возьмем еще и этот антихил, и вообще жестко будет. Они же стакаются или не стакаются? Век не смерся, сука. Ладно, возьмем тогда с щитом магдеф. Мне показалось, ли у тебя курсор кривой? Курсор кривой? Это как? Нормальный курсор. Брейн лаг произошел. Бывает такое, да. Бывает такое. Ты можешь, кстати, на ютубе подписаться. У меня там, я выкладываю туда нормальные катки в виде роликов, как бы. По смайту тоже есть. Как бы интересно посмотреть будет, наверное. Но ребятам заходит, по крайней мере. Кривой. А как понять? Как это понять? Мышка не там. А, ну вот, я не знаю, что за трабла у меня такая. Как такое может быть? Такое может быть вообще? Хорошо, я его убил. Хорошо. Не стакать с мором. Да-да-да, не будет мора, ребят. Да, надо же было встать прямо посередине. Хорошо, Посейдон. Сколько система сейчас стоит купить 8К на грим... Да я же откуда знаю. Я купил за 1080 рублей, ребят. Сколько это будет стоить в гривнах? Не знаю. Мор тогда не будем покупать. Куплю тогда этот... Обычно этот бронко. Я так и не понял, как он чухнул, если честно. Как же она его поймала, ля. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо. Я не понимаю, про что вы говорите, про мышку. Не, я прогу недавно поставил для мышки, чтобы меня не перескакивало на экран, типа на другой. Не, по-любому есть тут с Украины. Много кто с Украины, кстати. Подскажите человеку, сколько 8000 гемов будет стоить? Чисто по-братски. Так. 6-2, слушай, у меня нормально. Топ поглощения у меня. Были где-то. Заходить смайт придется, зачем? А, посмотреть, посмотри, они, если не трудно. Сколько 8000 гемов будет стоить, ребят? Не, на самом деле много кто с Украины смотрит так-то. О, заходит, вижу. Я, кстати, взял. Я взял, потому что скоро сентябрь, а в сентябре у нас что? У нас всегда Одиссея, ребят. Так что вы бы не затягивали, если есть возможность. Блин, не могу достакать трансценденс до сих пор.
Куда тебе, Кали? А, я понял, у тебя есть ульт. Ха-ха! Здорово, Каля. Хорошо отработали по Каля. Похилить крипа, успеть. Вот это тактика, да, у Гуана? Вот это билд, вот это билд. Как вам лейте? Кали-то уже в лейт вышла. 20-й левел. Слушайте, пока нет инфы по поводу приключений, поэтому, может быть, и не будет уже. Вот и так-то самое. Спасибо большое, дядя Зодзов. Спасибо. 8к гемов стоит 301 гривну, ребят. Спасибо за подписку. Я сам убью титана, ля. Хорошо. Хорошая катка. Было вначале тяжело, но потом мы вывезли все-таки.